за лучшую музыку к фильму на сцену приглашается член жюри фестиваля, композитор Алексей Шилыгин. Внимание на экран. Послушай, то, что было в прошлом, того нет и никогда не было. Забыли. Она действительно исполняет желания. Она исполнит их так, что ты пожалеешь. Вам необходимо проехать с нами. Дорогие друзья, я вам как композитор говорю, что писать музыку для кино – это очень сложная и ответственная работа, если это делать по-настоящему. Потому что композитор должен показать не только свое умение, не только свое лицо. Он должен работать на содержание фильма, он должен понимать то, что хочет режиссер сказать своим фильмом. Да еще он работает в очень сложных условиях, потому что есть его величество хронометраж, и он всегда ограничен, композитор, по времени. Он не может писать до бесконечности, когда он, как он пишет для себя. Это всегда очень ограниченное время. Это музыка, которая должна совпадать с акцентами смысловыми в фильме и так далее. Это очень сложная работа, поверьте мне. И когда музыка органично вливается в ткань фильма, это всегда, конечно, огромное достижение и успех, достойная всяческих похвал. И вот эту вот почетную премию имени великого нашего композитора Андрея Павловича Петрова я сейчас вручу. Приз жюри имени Андрея Петрова за лучшую музыку к фильму Икболу Завкебекову, композитору фильма «Сон обезьяны», режиссер-постановщик Румишу Азимов по рассказу Уилли Джекобсона «Обезьянья лапка». За, с формулировкой, за эмоциональное раскрытие замысла картины. Приз получает режиссер фильма Румишу Азимов. Спасибо. Спасибо огромное, очень приятно. Спасибо организаторам, что пригласили на такой кинофестиваль. Тем более, что я всегда снимал экранизации, я учился на экранизациях. И уже это моя первая самостоятельная работа после ВГИКа. Когда я начал монтировать, я понимал, что практически очень большая часть фильма зависит только от музыки. И даже вот сегодня общался с двумя милыми женщинами, они сказали, что мы выбежали из зала от страха. К финалу. Вот, это все музыка. Эта музыка, она играла огромную роль. Я хочу благодарить членов жюри, таких авторитетных, когда я приезжал, должен был поехать в Гатчину, в Душанбе сказали, они всех знают из членов жюри, говорят, вот такие люди будут судить фильм. Я говорю, да. Да. Спасибо вам огромное. И надеюсь, еще увидимся. Спасибо. Румишу Азимов. Желаем успеха! Итак, продолжаем. Для вручения приза